Проект «Апшифт Україна» є частиною глобального інноваційного проєкту ЮНІСЕФ і має на меті покращення підприємницьких та проєктних навичок молодих людей віком від 14 до 21 років. В Харкові проєкт розпочався в 2018-2019 навчальному році і було проведено 6 хвиль, в яких взяла участь більше ніж 200 молодих людей вразливих категорій. Я знаю, що ви всі прийшли сюди зі своїми ідеями, а ви їх будете досконалювати, розвивати, вишиковувати ці дрібні. Головна мета проєкту – це молодь робить для молоді ті проекти, які є цікавими саме для них. Хочемо привлечь молодежь к здоровому образу жизни. За 6 хвиль, які відбулися у Харкові в 2018-2019 навчальному році, 60 команд взяли участь, з яких 30 отримали можливість для проходження інкубаційного періоду, який триває 3 місяці, та отримання грошей, грантових грошей на реалізацію проєкту. Для нас танці – це багато, це можливість відкритися, показати то, ким ми являємося. Це можливість спілкування на рівних умовах. У нас є в училищі колектив танцювальний, но у нас нет помещения, в котором бы мы могли заниматься профессионально. Мы хотим приглашать к нам район наш, вот, и заниматься с детьми с инвалидностью. У нас девиз – это то, что мы хотим показать, что у нас у всех равные возможности. Будь ты обычный человек, будь ты подросток, взрослый, ребенок с инвалидностью, взрослый с инвалидностью. Такий підхід, який є в програмі «Апшифт», дозволяє молодим людям діяти самостійно, приймати самостійні рішення, брати відповідальність за ці рішення. Участь в проєкті «Апшифт» – це огромний опит для нас, оскільки ставляться такі задачі, з якими ми раніше не сталкувалися. Ми бачили тільки окончательний результат. Ми ніколи не думали про те, що потрібно починати з нашої проблеми. В рамках проєкту «Апшифт» з нами в супроводженні був ментор. Головна мета ментора – бути помічником для команди, але не приймати рішення замість команди. Дівчата з команди «Total Answer Dance» дійсно перевершили мої очікування і результат дійсно перевершив будь-які сподівання. Ми працювали з дуже великими бюджетами і дуже непідлітковими, не дитячими задачами. Ми закупаємо матеріали, працюємо з дизайнерами. Окрім цього, ми ще навчалися. Була спеціальна навчальна сесія з унікальною програмою від харківських експертів про те, як посилити інклюзивні вектори, інклюзивні напрями в творчих навчаннях. Нас учили, як працювати з такими дітками. Тобто, це дуже запам'яталось. То есть на нас, нам там завязывали ручки, завязывали глазки, и как мы можем детей обучать по-другому. У нас нет опыта работы с детьми с инвалидностью, но у нас само учреждение учебное обучает таких детей. У нас хореограф работала уже и работает с такими детьми. Життя команды Total Answer Dance пройшло всі класичні стадії розвитку команди і командобудування. Вони сварилися, вони втрачали частину команди, вони намагалися замінити іншими гравцями, вони перебудовували свої стратегії, змінювали по ходу тактики. Ну і, власне, це призвело до кльового результату. Звісно, спочатку було дуже складно, тому що ребята, когда пришли сюда, они никогда не танцевали в своих школах, не ходили ни в какие клубы, ни на какие занятия. Они не умели, они были уверены, что у них ничего не получится. И когда я первый раз собрала в зале деток и сказала: ребята, у нас будет танцевальный клуб, мы будем с вами танцевать. Они мне сказали: ну, если вам нужно, вы танцуйте, мы пошли, у нас свои дела. Участь в одном училище, мы никогда не имели такую тесную связь, как имеем мы сейчас. Проекти, які були реалізовані в Харкові, десь 70% з них були інклюзивні. Тобто до роботи залучалися молоді люди та діти із інвалідністю. І вони робили разом із іншою молоддю проекти, які були націлені на згуртування молодих людей і взагалі мешканців Харкова
навколо будь-якої соціальної проблеми. 31 числа ми приймали участь в демо-дні, де змогли познайомитися з різними проектами, де ребята виставляли свої проекти, і нам, як неслышащим дітям, було дуже цікаво отримати цей опыт именно в танцевальному флешмобі, для того, щоб потім мы, как неслышащие дети, реализовывали в своем проекте через танцы искусство. Для нас было дуже важливим побачити розмаїття ідей, які існують в молодіжному середовищі, від створення учнівських хабів до навчальних занять щодо профілактики статевих захворювань. Тому ми вражені тими проектами, які вийшли в нас протягом роботи в Харкові в 2018-2019 навчальному році. Ми вчимося в школі Короленка, УВК Короленка на Сумской 55. Наш проект називається EcoSchool. Ми хочемо привлечь внимание окружающих к рассортировке мусора. Мы хотели бы как бы улучшить немного экологию, создавая рациональные предметы, которые будут, наоборот, помогать, ну, перерабатывать мусор и делать из них полезные вещи и уменьшать как раз количество ненужного материала. Наша школа именно незрячих детей, и мы в первую очередь хотим с себя начать, то есть мы будем делать рассортировку мусора именно незрячими детьми и вот сделать на этих урнах шрифт Брайля. Я же как человек современный, слажу в Ютубе, вот, и нашел много видеороликов насчет экологии, насчет лайфхаков из уже из, ну, из того, что можно использовать мусор, как правильно, вот, какие применить можно над ним действия, чтобы он принес пользу в повседневной жизни. Проект, который предложили ребята, он состоит из нескольких частей. То есть первая такая прагматичная, да, это установка урн для сортировки мусора в гимназии, для того, чтобы этот мусор можно было не просто абстрактно сортировать, а чтобы его потом можно было сдать и получить какие-то деньги, ну, вот для нужд там, школьного самоуправления, для нужд гимназии. В проекте будет еще несколько важных вещей, то есть еще будет конкурс, который будет объявляться уже гимназией для других школ города, которые хотят организовать у себя сортировку мусора. Вот. Ну и, наконец, такой финальной точкой будет проведение небольшой выставки. Ну, то есть, что можно делать из мусора, каким образом это все происходит. Приходил на обшифт, у меня были одни ощущения, а закончил уже были другие. И мне это понравилось тем, что ты чувствовал себя как на работе полноценной. Тебе как бы разложили все по полочкам, вот, рассказали. И, ну, даже если бы мы не выиграли, ну, это мы выиграли, то у нас были бы как бы надежды на то, чтобы мы могли найти другой грант, который бы все равно бы, ну, помог нам реализовать. Обшифтовская вообще методология позволяет, вот, используя такие вот визуальные аналогии, вот картинка из 2D стала 3D. То есть когда была идея, когда было одно понимание, то есть за счет и анализа проблематики, да, и работы с заинтересованными сторонами, да, и с тем же там вот с методом персонажей, со всего остального, то есть позволило посмотреть на ситуацию с разных сторон и позволило вот придать проекту некую такую вот глубину. Начали мы нашу работу с дерева проблем, там, где мы записали, что нам нужно для нашего проекта, что нам, возможно, помешает, что нам, возможно, поможет. Также у нас есть стейкхолдер, круг заинтересованных лиц. Там мы тоже показали, написали, кто нам в этом поможет, кто не будет принимать участие, кто, может, будет против этого всего. Также у нас есть план того, что нам по финансированию подойдет, что у нас есть, какие у нас силы есть и что нам придется докупить. Также мы сделали макет нашей урны. Первое наше расположение урн будет располагаться на вахте при входе в этом месте, так как чаще всего родители приносят с собой еду, и у них остаются остатки, и я думаю, что и дети, и родители смогут рассортировать на том же месте, там, где они их ждут. Наши участники отримали компетенции, які допоможуть їм
у майбутньому? Стати більш незалежними, більш самостійними, покращили навички самопрезентації? Наш проект – это идея создания специальных курсов, мастер-классов, хабов, пабов, где люди получали основные навыки, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Наша основная целевая аудитория – это студенты и молодежь, хотя мы приглашаем, конечно же, всех участвующих, кому это будет интересно и кому неравнодушно их жизнь и безопасность. При этом мы проводили исследования, и да, акцент мы делаем на целевую аудиторию студенческую, потому что по результатам исследования это была самая активная аудитория, которая заинтересовалась проектом. Мы ведем странички в соцсетях, у нас уже есть свой Инстаграм и Фейсбук, мы там потихоньку пишем посты, рассказываем, то есть, да, что, как, где, будем давать там, опять же, раз небольшие там статьи, советы, там, например, что делать, если вы упали в метро. По поводу места проведения мы нашли себе замечательное помещение на 9-м этаже Газпрома. И для наших курсов мы приглашаем экспертов в каждой из своих тем, и они будут проводить эти тренинги. В этом проекте Красный Крест будет проводить обучение навыкам первой помощи, то есть мы научим, расскажем, покажем. Практиковаться будем в таких темах, как помощь человеку без сознания, это будет восстановительное положение, сердечно-легочная реанимация, действия, которые нужны пострадавшему без сознания, без дыхания. До участі в проєкті «Апшифт Україна» подавалося близько 300 команд, але тільки третина була обрана для безпосередньої участі. І ті результати, які команди показують, вказують на досить високий рівень мотивації та зацікавленості молодих людей в подобного роду проєктах. Починається демо-день хаба антипаника. Наша идея изначально родилась из того, что мы тоже понимали, что бывают самые разные ситуации. Международная статистика в среднем по миру говорит, что из всех случаев смерти при каких-то несчастных ситуациях 20% человек могли бы выжить просто потому, что им бы оказали правильную и своевременную первую помощь. Мы ожидали чего-то хорошего, но, по-моему, все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Я думаю, что мы выйдем на уровень города, что если мы себя где-то круто покажем, что нас будут приглашать. Это нереально было интересно. То, что ребята выросли, узнали очень много нового. Мы все здесь выросли, узнали очень много нового. Апшифт очень хороший проект тем, что он обучает молодежь, которая сейчас больше идет на технологии. Она помогает молодежи узнавать много интересного, продвигать свои цели, делать новый проект. Апшифт дает возможность перейти на совсем другой уровень, на совсем другую аудиторию, охватить весь город, может быть, даже перейти на уровень страны. Он просто открывает перед вами двери, то есть совсем новый мир. Мы радіємо, що в наступному навчальному році, 2019-2020 року, програма «Апшифт» буде просуватися теренами України і розпочне свою діяльність в Донецькій та Луганській областях. Ми впевнені, що саме така модель роботи із молодими людьми дає змогу стати їм справжніми агентами соціальних змін і нести покращення в громадянське суспільство, яке зараз дуже стрімко розвивається в нашій країні.